Поскольку гости приходят и уходят, мне кажется, нас уже достаточно много собралось. И дело в том, что мы с Верой Саженой довольно-таки давно знакомы. И наше первое знакомство состоялось несколько так, я бы сказал, вычурно. Значит, я был в гостях у Германа Виноградова на Курской, и Вера там читала стихи. Вот, и я пытался познакомиться с такой замечательной авторшей, которая использует неологизмы. Такое слово вам знакомо? Неологизмы. Да, вот, довольно умело и эквилибристически, так сказал бы. Но Вера после своего выступления тогда была очень, ну, как бы, на подъеме, взволнована, и она отказалась со мной говорить. Вот, после чего у нас так или иначе вспыхнула большая дружба. Да. Видимо, вот этот барьер, он помогал как-то продвинуть нашу взаимную симпатию и интересы взаимные. Вот, и, ну, нужно сказать, что я делал выставку живописи Веры Саженой, и, по-моему, это было первый раз показывалась конкретно живопись Веры. Это когда я был куратором в культурном центре «Дом», значит, там мне удалось провести 3 сезона, где, ну, я стремился к синтезу искусств, различных видов искусства, то есть не только визуальное, но и тексты. Я считаю, что Вера очень хороший поэт. И, кстати, здесь есть 3 книжки, по-моему, которые вы можете купить. И те, кто меня спрашивал относительно донатов, донаты приветствуются, но мы потом в конце пошлем Сережу с шапкой, да, так что вы приготовьте, потому что это по нынешним временам помогать друг другу, это приветствуется. Кроме того, значит, у нас будет выступать Максим, то есть он создает аккомпанемент, и, значит, конференц будут вести сами, прежде всего, Вера или Максим. Значит, и с Максом я тоже давно знаком, тоже делал выставки и персональные. Тоже вопросы, которые могут быть, я готов ответить, но сейчас мы начинаем персональный вечер. Инсталляция только лишь сутки, выставочная инсталляция. Завтра это снимается. То, что вы видите, это только сейчас. Хорошо. Меня зовут Александр, Вера Сажева. Пожалуйста. Дорогие друзья, большое спасибо, что все пришли. Здесь мы где-то в течение часа примерно поиграем музыку с Максимом. Будем исполнять для вас различные произведения. Русские духовные стихи, былины, а также песнопения тувинских шаманов из коллекции Кини Лапсана, профессора. И какие-то мои собственные произведения. То есть разные будут такие... Разная музыка представлена. Здесь висят мои картины, куклы мои. И вот эти вот ткани Александр Шумов из своей коллекции достал, старинные русские ткани. Развесил тоже. Вот. Ну и мы с Максимом начинаем концерт такой. Ну, мы будем идти так от одной песни к другой, спокойно. Да. Если какой-то возникнет вопрос, можно между песен немножко что-то общаться, поговорить. Да, вот это сама... как творческий вечер, не то, что прямо уж такой концерт. Извините, мало послушных мест. Кто может садиться там в каких-то подушечках или на полу садиться? И очень приятно вас видеть, что сюда пришло много друзей наших, людей близких. Спасибо. Так что начнем.
секрет. Да. Мы играем почти в акустике, чуть-чуть немножко добавили. Это акустическое пространство, поэтому никто из наших друзей, музыкантов, не смогли даже писать сюда. Комарики?
думает, что это за странный человек. Пониже седла подолы болтаются. Он чуть отъехал, потом снова размахнулся. Дубиной вжик! Ха! А человек впереди как сидел в седле, так и сидит. Что такое? Он отъехал дубиною, по дубу вековому врезал. Дуб вековой в шепки разлетелся. Ну сила-то у меня есть. Называется «Семь волков». Если кто-то по грудь и ростом подойдет к всему метровым, то он... Красный волк.
колени, мы скакали, запинались. Шеринг, крики, шеринг, бестмен. Cause I'm hanging.
хакасов и других там моголов, поэтому обращение к духам Нижнего мира, чтобы они не совершали вреда, такое как бы заклинание, чтобы не совершался вред для человека. Yeah.
тоже на турецком языке песня «Горные русалки». Ты на курсе, а жена, а
Она по нас понесла.
да молодого богатыря родила. Волгою назвали, Волга все славе вышла мне богатырь.
она не пришла. Лёня, хоть одну песню посиди на скидку. Я заняла уже эти подруги, она сидит. Хоть одну песню. Yes.
на редком инструменте, который называется джурназ. Вот он расскажет, что это за инструмент. Это инструмент из Греции. Его сделал мой друг Доминикас, это ручного изготовления инструмент. Он сделан из газового баллона, ножки от топчина на пляже. И при этом он настроен ДАД. Так вот, может быть, некоторые знают эту настройку. 6 струн. Очень часто использовался такой инструмент в игре в стиле рембетика в Греции. Ну, Вера вот играет на балалайке «Москва 80». Это, как вы знаете, сувенирная балалайка. Но она подзвучена через электрические... Ну, и такую балалайку мне когда-то подарил Герман Виноградов, а ему подарила старинная поэтесса Анна Альчук. Это историческая балалайка. Вот. Ну, она настроена по тувинскому ладу, ладовому строю, как душкулу инструмент, то есть ноты ми, си, си. Спасибо. Ну, дальше выставка продолжается. Сергей, вот можно везде ходить, да. Сергей при этом не сам шляпу. Никто хочет донаты, это не то, что надо. Вот, просто смотрите выставку. Вот здесь Александр Шумов представил свои ткани из своей коллекции, которые у него долго были в закромах. Он их показывает сейчас. Красивые очень ткани. Вот мои куклы и картины. Ну, здесь также работает других фотохудожников. И деревья. Спасибо. Так, господа, ну там уже, в принципе, стол накрыли, если кто-то проголодался. Вопросы не забывайте. Вопросы, автографы. Книжка продается. Можно у Сережи. Это Артем, что ли? Нет, это Николай Милешкин. Николай Милешкин. Николай, дорогой. Вот, Сережа, спроси. Ой, спасибо, у меня нет. Вот я под шляпой сидел. Да, пожалуйста. Ну и какие-то старые, какие-то новые объекты. Я могу все рассказать. Пожалуйста. Да. Я помню ваши объекты.